10 seconds remaining. 5 seconds remaining. 10 seconds. Vega squadrons turn to ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Phoenixes turn to ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Vega squadrons turn to pick. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Phoenixes turn to pick. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Clinks.
Ну, здравствуйте, дамы и господа. У нас были небольшие неполадки. С вами Force и Inmate. И мы рады вас поприветствовать на завершающем сегодняшнем матче между MVP Phoenix и Вегой. Да, так и есть. Посмотрим, что у нас сейчас получится. Вега, кстати, забегает во вражеский лес, но тут у нас уже вард имеется, поэтому Вега Сквадрон, скорее всего, спалились. Ну и MVP просто-напросто отступают. Не будут они, не попадутся они здесь, грубо говоря. Ну, слушай, Inmate, ну как ты считаешь вообще, что тут у нас по пику-то получается? MVP ластпикнули Клингза, который, в общем-то, неплох под такой минус армор, который есть у MVP. Но с другой стороны, к Врейс Кингу хорошей такой контры нету. Хорошей контры нету, они брали Клингза именно как хорошего соло-дамагера, который будет стоять соло же против Дарксира и при этом выиграет линию. То есть они сейчас будут пытаться заскаутить его, найти и поставить Клингза именно на эту линию, вот, собственно, будет его и находит. И после этого у них получается выигранная линия против Дарксира, сколько хороший мид, поскольку будет Дазл на помощи. И, ну, в топе стоит Баратрум, получает опыт, но получает он их в изи-линии. Mm-hmm. Так, и Паша у нас, кстати говоря, да, отправляется действительно на топ. Кто у него там? У него там Форев на спиритбрейкере. Мид у нас, кстати, Сёма бежит убивать курьера, еще одну тычку, если даст, да, это минус курьер. Это хорошо. В миде пока противостояние Shadow Fiend'а против Квапы. Здесь решили MVP поставить рядом, да? Слушай, сюда еще и Бэйн приходит. Прям трипла какая-то в миде у Вега Сквадрон. Ну, действительно, нужно, наверное, какого-то саппорта поставить Shadow Fiend'у, чтобы он Лиса как-то постакал и помогал ему против Queen of Pain, потому что в изолированной ситуации Shadow Fiend, в общем-то, Квапе проигрывает. Мы видим, кстати, что Вега заблочили с энтрёй. Большой спаун для Shadow Fiend'а, чтобы ему там не стакали. Не развардит? Если уж очень хотят денег получить. Другое дело, что нет необходимости как бы большой в доп-саппорте в топе, поэтому они сильно могут просто пойти и мешать СФ толпой. Бэйн, аппарат, они могут постоянно бегать, чекать руны, и никто им не будет мешать абсолютно. А, Магу, кстати, на боте приходится не сладко, он получает несколько огненных стрел от МП. Ну и, в общем-то, Клинкс действительно будет фармить очень много. Соло у нас гоняет пока что, пока может Форева. В миде Нун тоже неплохо добивает крипчиков, пока что у Куо крипов поменьше. Блинкается очень нагло Нун сейчас на Куо. Смог у Дубу, Shadow Wave есть, и мана у него, в общем-то, тоже много. Более того, у Дубу есть еще фласочка, которую он при необходимости Куо подмажет. И, в общем-то, все тут у Shadow Fiend'а должно быть более-менее в порядке. Так, ну... ну и даже пока по крипам не так все плохо, 6-2 при учете... третьего спала аппарата, который вначале получила Квапа, то есть абсолютно 100% хиллас хит можно делать при помощи доп 50 урона. Так что действительно не так и плохо получается у КО. И к Нуну еще и подъезжает сейчас спидбрейкер где-то. Вот. Ну он пнул там Operation, поэтому загангать как-то по-хитрому не получится здесь Queen of Pain. Да и вообще одним спиритбрейкером тяжеловато было бы убить фуловую Квапу, потому что, ну, это надо быть действительно везучим спиритбрейкером, чтобы там пропереться на лишний баш. А вот Бэйн на хасте, кстати, он тут может немножечко грязи поделать, но в итоге убивать не стали. Он сейчас просто выйдет чуть подальше за крипов и будет кого харасить. Дубу там откидывается сам тычками. Пока что на карте ничего особо интересного не происходит. Там у мага, наверное, не очень приятная ситуация, что его там прессуют постоянно. Но, тем не менее, непонятно, главное... зачем ТХД тут стоит в боте. То есть Клинкзу, вот его помощь совсем не нужна. Наоборот, только кушает опыт. Бойник, ну, позже будет шестым, позже начнет гангать. Тут, поэтому... тут даже дело не в том, что Бойнику не нужна какая-то помощь, просто Рейзен он особо-то и ничего и не делает, скажем так, да? Ну, то есть он не может Дарксира реально отзонить от экспы, и мы видим то, что маг он сейчас какого, 4-го левела уже? Так, Shadow Fiend там что-то в миде у нас проседает, похоже, это может быть First Blood, но дает еще одну тычку, и Shadow Fiend отправляется в таверну. Отличная работа, Queen of Pain. Стоило только Дазлу покинуть своего мидера, он там, наверное, бежал на спаун, чтобы, ну, типа, как-то... может застакать, не знали еще MVP, что спаун заблочен, и тут Queen of Pain резко нападает на СФ, и за время отсутствия Дазла просто спокойненько его принимает. Пока просто... отличное начало для Вега. Да, по поводу просто этих самых ТХД и вардов, он вполне мог давно развардить и пойти и себе опыт лутать, и в топе, в миду на подсейве всегда находиться. То есть в боте все еще, Боник он и с инвизом, и станов противника не очень много, то есть вряд ли приедет рейскинг его добивать, поэтому...
Вообще никакой необходимости в ТХД в боте нету. Да, пожалуй, соглашусь с тобой. Корев на топе второго левела, кстати говоря, по сравнению с Дарксиром. То есть он здесь, можно сказать, кор-персонажем является, который получает... который должен теоретически получать экспу и какое-то золото, но пока что фарм, полученный на Баратруме, вообще ни в какое сравнение не идет с тем фармом, который получил маг на своей линии. Дубу забирает дабл дэмэдж, получает Найтмар от Сола, от Сёмы, прошу прощения. Вот как раз-таки Нун сюда подходит. Все, Дуба здесь отъехал. У него есть грейп, он может потянуть время, сейчас Shadow Wave скастить, чтобы подамажить и... ну, подамажить не получилось, да. Вот тут, ну, хотя бы так. Погибает, вышка да. Падает потихоньку. Ваша Соло как-то смогли скопить себе 4 пачки крипов, и хватило, чтобы забрать вышку. Так что начинают занимать позиции. Потихоньку отгоняет Баратрума. Си 4 уровня свой получил. На самом деле, вот Баратрум у меня сейчас получит 6, и вот у Нуна начнутся с магом плохие деньки, когда появится ульта. А до этого времени сколько-то у них фарма еще есть. Да, тем более вышку на топе поломали Вега, сейчас Баратрум будет стоять под Т2 вышки, туда Вега вряд ли пойдут. Вот сейчас самое время посвапаться, на мой взгляд. То есть в Рейскингу сейчас на топе стоять уже немного стрёмно, потому что его могут, ну, реально прийти туда убить, если он будет фармить под вражеской Т2 вышкой, а Дарксиру там будет более-менее нормально. То есть у него, если что, и Сурч есть, да и к тому же в Рейскинг он будет фармить на боте реально нормально. Пока что маг возвращается, кстати, с телепорта на бот. На самом деле Дарксира можно было просто в лес отправить, и пусть он там все опыт тоже получает до драк, когда Квапана фармит, когда Врескин будет готов с даггером врываться. А в это время, ну фармит Баратрум, он и так будет фармить. Не будешь ты ему сейчас втроем четвером мешать. Но тем не менее, начинается атака, Пашу подцепили, на баш проперся Форев, пытается его догнать, баша пока что нету, орба Фенома тоже нету, и Паша вроде бы как уходит. Ну, тут действительно, кстати, так получилось, то, что у команды MVP дизейблов-то особо и нету, то есть Клинкс, Шедоуфинд, герои, которые дизейблами не обладают, у Джакира, ну, дизейбл не выкачивается очень долго, потому что, ну, он все-таки Liquid Fire всегда старается, Макс, и здесь мы видим то, что Рейзен у нас качает Dual Breath в 2, что тоже немножечко так странно. Хотя бы замедление на безреби и рак рыбы. Вот, и стан Джакира, он даже если там вкачан на единицу, им попасть непросто, там только буквально какой-то телепорт забить. Так, что у нас на боте? Нападение. MP, кажется, попался, есть детекшн, критули от Паши, все отлично. Liquid Fire Сёму кастует Найтмара. Слушай, а этого-то тоже можно здесь забрать. Вакуума нет, ставится стенка, отличный баш, отличный стан, прошу прощения, от Паши. Сзади подходит еще и Нун, это 4-0 и забранная вышка, скорее всего. Ну, выглядит, да, сильно забранной вышкой. Сейчас подъедет новый патч крипов, правда без катапульта, но должно Сирена хватить. Хотя не уверен, что они захотят оставаться, забирать ее. Есть много фармов в топе, подпушенная линия уже есть. И в миду тоже вот СФ подавливает линию. Большой опасности сейчас, Форев на него нападает. Ну, Соло может теоретически просто прожать телепорт и понадеяться на то, что Баратрум не пойдет. Но он все-таки пешком от него убегает. Баратрум я бы не стал шутить. Да, с его 17%. Да, ну... Просто Баратрум, он как бы обычно один не приходит, ну вот, собственно, что и произошло, да. Ну, не хотел Соло уходить отсюда, огромная пачка крипов подходит к Т1 вышке, и Соло нужно получить 6-й левел, он только вот 5-й получил. Если бы он сейчас здесь не погиб, а чуть поаккуратнее бы как-то за вышкой находился, может быть, он реально бы 6-й получил. Ну, пожадничал немножечко Алексей. Его защиту вот, скажу, что баш таки прокнул. Да, баш действительно таки прокнул. Был такой момент. Хотя, мне кажется, когда ему дали второй чарш, его бы там уже даже без баша бы не отпустили. Пак, как ты и сказал, отправляется в леса у нас подфармливать. Делать у нас будет Дарксир Меку. В этой игре ничего удивительного. Вот будет ли Коа Меку делать, интересно. Тут больше-то, в общем-то, Меку некому купить. Они могут вообще без нее играть так-то. Там Коа сейчас проблем будет. Выходит на него с Мака 2 героя. Ну, мертвец, похоже, Коа здесь не жалеет Sonic Wave, Queen of Pain, и правильно делает, потому что углубляться туда не стоит. Тем временем на топе нападают на Operation. Operation, кстати говоря, еле живой. Он дает Killing Touch, нападают на Форева и убивают. Слушай, ну просто игра сыпется из рук у команды MVP. Они сейчас еще MP мог найти, который без маны на инвиз, и попытаться его убить. Ну, все, он был Nightmare, но тиммейтов на помощь рядом никого не было. Квапа осталось тоже без ульты из-за СФа, поэтому... Хотя бы Боник сегодня убежал. Боник это пока что такой вот герой, у которого все более-менее хорошо. У Shadow Fiend'а мы видим по крипам тоже все более-менее неплохо. Боника больше должно быть, уже 8 минута, у него должно быть где-то 1.5 блин став по-хорошему, а у него есть маска от первого.
Ну, Ко здесь, конечно же, не забрать. Сзади стоит Дазл. Очень плохо я вижу, что Бейн, ну, Бейн, да, там выступает. На мид портится Operation, но тут уже летит Фомев. И, кажется, не успевают ребята переобузить. Или успевают. Успели переобузить ботл. Это, кстати, плохо. Приходит, а там, смотря, ток-ток поставили. Он Винкс нашел на боте. Темно здесь, конечно, в комментаторской, не видно, как по биндам попадать, когда нетворс переключать, когда графики показывать, поэтому буду, наверное, мышкой это делать. Тем не менее, Рейзен ставит вард во вражеский лес, чтобы видеть, что тут происходит вообще. А Брейскинг отправляется на бот. Фарм Брейскинга, кстати, пока что вообще никак не контестится. Команда MVP, чего нельзя сказать про фарм Клинкза, он там бегает по лесам. Ну, Клинкс, кстати, старается больше шухера все-таки наводить. Он сфармил себе медальку, у него есть 7-й левел. Поэтому он может тут где-то попытаться поймать Operation, наверное, самая такая легкая цель для Клинкза. Ну или Dark Seer, которого нет суржа, вот, например, как сейчас. Ну он-то не знает, что нет суржа. Да. Вард стоит, но вард не видит. Вот сейчас вот он должен увидеть мага и бежать туда, но у мага теперь есть сурж, поэтому не убить. Такие дела. По поводу Паши, он, кстати, мог бы выйти фаздагер при таком пике противника, но все же решил вот стандартный вариант через Блэдмейл первым итемом, и почти готов он на него. С этой или с следующей пачкой уже купит. Да, хочется все-таки на Врейскинге побыстрее получить 11 левел, чтобы реинкарнация не так долго кулдагнула. С Рейзену нужно прямо сейчас нажимать телепорт, иначе он не выживет. Да, он спрятался в рошпит, прожал ТП, остался в живых. На Дарксира сейчас идет чардж. Маг понимает, что ему здесь вряд ли удастся выжить. И даже без Баратрума, в общем-то, Вега Сквадрон здесь убивали. О, прошу прощения, MVP убивали игрока команды Вега Сквадрон. Вышечка уезжает ваша. То есть деньги на Блэдмейл есть. Сейчас вот пачку добивает, возвращается, покупает. И можно ехать в мид, ломать все последний Т1. Да, мне кажется, MVP, кстати, этим же самым будут заниматься. Сейчас нарисовал Дазл такой план действий. Мол, ребята, давайте заберем Т1 на миде, Т1 на топе. И вот пока на боте был шухер какой-то, он воспользовался моментом и с дабл дэмэджем забрал вышечку. Очередной чардж от Форева. Если Вега Сквадрон увидит, что Братрум сюда чаржился, они поймут, что здесь стоит вард и раздевардят его, скорее всего. Кстати говоря, они уже попытались это сделать. Вот мы видим один вард. Но не угадали. Да, немножечко не попали вардом. Ищет MP соперника. Находит соло. Ну вот видно, что Дарксир сейчас сурж прожал, можно атаковать спокойненько здесь Operation. Правда, кончилась мана на огненные стрелы, и MP, похоже, допустил здесь или нет. Стоп, у мага есть сурж, у мага есть стенка, но слишком много дэмэджа идет в Дарксира. Дарксир умирает, Форев не примерзнет, он убегает с зоны действия Колдфида. Хороший сейчас фраг сделали MVP, такого жирненького героя забрали. Надо магу где-то доделать себе меку, надо где-то купить себе А вот где на них денег взять, пока непонятно. То есть надо как-то не вылазить. А мешают им вот эти самые варды, которые расставлял Джахира. Не, как-то прям Форев действительно взялся за игру серьезно. Постоянно делает какие-то чарджи, причем достаточно глубоко. И вместе с Клинзом ему удается уже сделать вот несколько фрагов. Смотри, второй вард еще вот такой сходили, поставили тоже во вражеский лес. Действительно, да. Контролирует всю вражескую вот эту половину. Варды у MVP, кстати, хорошие. Они на топе имеют неплохой вижен, во вражеских лесах знают, что происходит. Правда, сейчас Вега Сквадрон ждут на топ-руне соперника, и Сёма выходит, юзает Найтмар, кладется вив, летит ульта Парейшна. Ульта Парейшна попадает отлично просто. Очень много дэмэджа наносит игроки команды Вега Сквадрон. Ко получил грейв. Может быть, успеет разультиться. Да, он успел разультиться, но он должен погибать. Паша имеет реинкарнацию, должен сейчас заспавниться. Он здесь один против четверых, но хитпоинтов очень мало у его соперника. Сверху Queen of Pain помогает скримами. Убивают уже троих игроков Вега. Летит стан Форева. Форев отсюда никуда, похоже, не денется. Ну, единственный, кто спасся, это MP, который имеет инвиз и неплохую скорость передвижения. Ему уже туда лезть просто бессмысленно. Ну, сейчас может пойти убить Пашу вот с этим грипом. Не успели еще Вега рассосаться, они рядом с Пашей, то есть если там возникнет какая-то проблема, Паша, во-первых, Блэдмейл нажмет, а тут не факт, что Клинксова, не, ну, не Клинкса, факт, конечно, побольше. Не, то есть там еще стан можно успеть кинуть. Ну, тем более, да нет, я про то, что гипотетически, пока нет ульты, он вполне может себе позволить. Ну, так, через какой-то чарж, там, тем более, ульт был первого левела. Да, придумать план хитрый. И ходит Сёма, расставляет центрики по своему лесу, не нравится ему, что там есть вижу, не нравится, что там постоянно бегает Бойник и ест крипов, но не находят они его.
Да, Боника тяжеловато найти, но он из-за такого вот стиля игры очень сильно начинает проседать по фарму. То есть в Race King он не отрывается от прокачки, он там фармит леса, фармит вражеских героев, фармит линии, пушит вышки вместе со своей командой. А Клинкс он как-то вот бегает по лесам, нашел хорошую точку, сожрал там крипа, добил остальных, и, ну точнее наоборот, добил остальных, сожрал большого, и потом ищет там кого-то и... Видишь, из команды соперника. Он делает ставку на то, что будет делать фраги, а вот с фрагами пока не сдалось. То есть 3 фрага всего за 14 минут игры. Это не то, что ты ждешь от Клинкса. Вот, кстати, он здесь может погибнуть, если есть Незерстрайк. Да, а в Братруме есть Незерстрайк, отличный юл от Муна. Стан от Паши может быть сейчас. Незерстрайк пошел Сёму. Сёма очень быстро погибает, летит. Ульта по рейджной, мне просто становится страшно за игроков команды MVP. Минус один. Уже, да, зло отправился на таверну. Форев делает чардж, но это просто последняя попытка хоть что-то изменить. Ко получил стан и умрет здесь так же, как и вся остальная его команда. Ну, может быть, MP спасется, но Джекироса здесь уже никуда не отпустит. Хотя отложить, кстати, Квинза. Детекшена нету, похоже, да. Вы у кого-то, да, у Мак кулдаун прижимал где-то в драке в начале. Ну, Трейзена Queen of Pain, конечно же, никуда не отпустит. На нем Shadow Strike висит, это очередной фраг для Нуна. 4-1-0. 4-1, наверное. Бейна убивали. Да, Бейна убили. В него пришлось все скастить. Такая неудачная ситуация получилась, что Shadow King умер, даже не успев заюзать там свой ультимейт. Если бы он ультанул, может быть, кого-то там в таверну бы отправили. То есть... Просто так... этот Бейн, он пятый уровень. Чего фокусить-то? Ну да, у него... О, смотри, что Сёма делает. Но MP вышел из вижена. Так досты. Досты можно нажать. И, похоже, Сёма... Сёма что-то этот не может. Не может, да. Он дал вижен, сейчас вот надо ловить справа, перехватывать. Ай, вот жидит, телепорт MP почему-то, сейчас попадется. Вот у него же есть телепорт, в чем его проблема? Надо с тобой перекрыть проход и вот встать, не пустить просто. Боника, да. Хорошо. Я не знаю, что делал MP в этой ситуации, это выглядело действительно как-то несуразно. Он просто пожалел телепорт стоимостью 75 золотых монет. Даже не 100. Даже не 135. Даже не 135, да, вот, мейт, помните те времена. Да еще бы. Вот, поэтому выглядело это действительно как-то странно. Ну смотри, Мак уже вышел в Меку, у него 900 голды, то есть я подозреваю, что вот он захочет себе купить госкиптер как можно скорее, чтобы выйти и Братрума, и урон от Дазла, и от Квинза, то есть от всего сразу. От всех бед один ответ. Теоретически там у Клинкзат должен появляться дезолятор, поэтому да, самым таким оптимальным вариантом будет являться Ghost Scepter против вечера. Но вполне вероятно, что маг даже продолжит собирать. Или начнет делать. Хотя тут нету таких дизейблов, прям которые хочется сбрасывать. Вот когда ты играешь Дарксиром против там Сайленсера какого-нибудь или еще героя мерзкого, который либо Оркид покупает, либо какими-то дизейблами неприятными обладает, замедлением или вот Сайленсом каким-то, то Грифзе это реально очень крутой артефакт. А здесь вот у MVP, по сути-то, дизейблов никаких и нету, которые можно так вот, ну, которые было бы действительно приятно снимать при помощи Грифзов. Ну, в инвизе забегает во вражеский лес, у него есть Юл, летит ультапарейшена. Видят ребята, что происходит. Надо Флетчера юлить и нападать, но Флетчер ушел в инвиз, придется убивать Рейзена. Рейзен откидывается айспасом, кладет на крапиру, но его здесь уже ничто не спасет, очевидно. Узкий проход все положил, а там никого. Ну не такой уж он, конечно, и узкий. Ой-ой-ой. И крапира не такая уж и маленькая. Я вижу, что Паша, кажется, у нас сейчас купит Радианс, которого MVP просто ничего не смогут сделать. Ранний Радианс для Брейс Кинга, которого вообще нечем сконтрить, это гвоздь в гроб, скажем так, будет для команды MVP. Тут очень тяжело. Им уже это непросто что-либо делать таким пиком, какой есть у них. Ну и вообще, в принципе. Надо где-то вот как-то делать соло-фраги и после этого продолжать еще драку навязывать, чтобы вот драться не 5 в 5, потому что у них пока не получается, а там 3 в 5, 2 в 5, тогда они смогут, да, через фраги, заработать денег, выформить шмотки и убивать дальше. Но вот, пока не идет. Пытается скушать вышку на топе, Куо, по-моему, хорошо. Неплохой реквием от Куо, на самом деле сразу же минус реинкарнация. Бедного Пашу начинает окучивать всей командой, но тут подходит Чипенко. Боже, какой же прокаст он дает здесь. Не хотят отпускать Фрейс Кинга, все-таки забрали Пашу, но маг был феноменален в этом моменте.
Жалко, не было никакой поддержки со стороны вот его тиммейтов. Подъюлили Клингза, но здесь уже драка 4 против 5. Отличный финсгрип. МП должен погибать. МП погибает. Корев борется 1 против 3 сейчас. Выписывает баш Семе. Айспас, который попадает только в соло. Урна, кресты, все там Корева летит. Но отсюда он, похоже, уже никуда не денется. Соник Вейв попадает в ко. Мне кажется, что Фолин также у нас погибнет. Хотя размен для MVP получился немного лучше, чем те предыдущие, которые они устраивали. Ищет Нун на хосте Дубу, но Дубу уходит отсюда уже телепортом. Хорошо, так Нун Годлайк вышел, красиво получилось, и форманул себе Аганим с этой драки. Да, вот вроде бы убили в рейс Кинга, ну окей. Паша, кстати, зря так полетел от ДСФ. Можно было себе позволить, если они собирались сделать вышку куда-нибудь, ну, после Вови там в лес, чтобы просто не подходил враг, или если вот как сейчас Сеф подошел бы убивать его, то он бы далеко зашел под его вышку. Да, получилось, конечно, не очень удачно, но тем не менее, опять-таки, Вега получили больше фарма за эту драку, они больше героев убили. Да и смерть в рейс Кинга, она на самом деле не так уж и страшна, просто потому что, ну, у него там было, наверное, уже практически на Сакрет Рейле. Его убили, он чуть-чуть денег потерял, но проблемы дофармить этот Сакрет Рейлик у него нету. Это не Спектра, которая там по зернышку собирает деньги на свой Радианс. Братрум на смех купил. Братрум на смех да, купил? Да, показываю тебе одним взглядом. Ну, вот этого я, конечно, не ожидал, но он там, в общем-то, долго жил в этой драке, много ассистов сделал. Будет ли у него мана на это дело? 225. Ну, 637 маны хватает. ПТ на интеллект. ПТ на интеллекте, да. И в такой ситуации ему маны действительно хватает. Хотят убить мага. У мага есть блинк. Если он среагирует, может, это будет не так просто. Маг не успевает среагировать. Есть стенка с вакуумом. Маг, меху, кастануть успевает. Тычка, койл и ко все-таки попадает. Заюлили братрума. Братрум старается спастись. Юзает телепорт, но это щитные его попытки. Погибает он, естественно. Ко под вивом не боится лезть под вышку. Толу повезло, что сейчас не пропнула Сия от СФ, могли бы... А поймали МП тем временем. Да, вот. Все, казалось бы, хорошо, убили Дарксира, поменяли его на Баратруму. Вроде бы герой больше нетворса имеет, но тут погибает главный кэрри команды MVP. И не факт, что еще и Куо выживет, потому что он получает Shadow Strike, у него нету телепорта, он юзает Requiem of Souls, да тут еще и Сема к тому же подошел. Великолепный Найтмар от Сема, правда, он все равно погибает. Но хорошо. Да, но хорошо. Джекирос тем временем пушит вышку на топе, кладет айспас, дуал брест, пусть как-то старается откидываться от Паши. Паша купил себе Sacred Relic. Очередная драка за Вега Сквадрон, в общем-то. Да. Там по поводу этого самого Дазла. Он так самоотверженно отдался. Говорит, бейте меня, ставьте сефа от лопа. Такая, нет, у меня есть игру, я его подержу. Да, ну тут отлично. Отлично в микро играет. 10-0-11, обратите внимание, у Нуна... Просто феноменально. Пока а ему очень удобно, то есть, потому что все время Баратрум тратит все свои спылы на мага, и получается, что больше дизейблов-то и нету, и поэтому Нуна просто никто не трогается, его блинком каждый дракон может всегда свалить. Да, Дазл, конечно, хороший герой, но вот в сочетании с Джакира как-то я даже не знаю. Даже не Джакира, а вот обычно в это дело берут какого-нибудь того же Слардара, у которого хотя бы стан есть, и вот тут мы в той самой ситуации, когда СФу надо с руки бить, а... Не может, все бегут. Бонику надо бить, не может, а бегут или дизейблят. И в итоге получается пока ничего, MVP. Рейзен пытается собрать себе ИУ, чтобы хоть какую-то самостоятельность получить, потому что на данный момент айспасом он попадать в принципе не может нормально в драке, разве что там в одного героя какого-то, который стоит и... Ну вот против Бейна, по крайней мере, ну, может быть, помогает, когда он там финсгрип кастует, и то не всегда, потому что Бейн может этот финсгрип кастовать вообще не пойми с какого места, и ты в драке же не все видишь, особенно ночью. Вега Сквадрон прожимают смоук и бегут, кажется, на вражеский секрет шоп. Есть ли варды какие-то? У Бейна только Сендри. И тут, кстати говоря, найдут. Да, там, кажется, поймали Рейзена. Ну, цель, скажем так, не самая сладкая, зато с другой стороны пытаются убить соло. Саппорта в саппорта. Получилось, да, но только теперь надо как-то отсюда уйти, потому что у них за спиной все враги. И вот уже, допустим, МП поднимают. На воздух не дают им бежать просто так. Усыпили Дубу, Дубу отсюда уже никуда не денется. МП пытается уйти телепортом, Юла нету, и МП должен спастись. Да, Дубу погибнет. Ну что ж, в такой ситуации можно попытаться забрать Рошана или спушить эту вышку. Там, я даже не знаю, есть какие-то артефакты хорошие, там, медальки, наверное, Радианс есть. Слушай, посмотри, у Соло реально крутые артефакты. У него там Гост, Арканы, Брейсер. У него действительно очень много айтемов для 23 минуты. Соло решил Медасик не покупать.
него 4800 Networks, то есть всю вардовую компанию устраивает Бэйн Соло, у него 1400 голы, то есть куча сентриков, куча вардов, досты, и поэтому у Соло как бы карт-бланш, и дотирать деньги. Хо, конечно, нагло себя повел, но у него есть БКБ и телепорт, поэтому тут ему сложно что-то противопоставить, тем более он пытался разменять вражескую Т2-вышку на свою, у него не получилось это сделать. А Соло сейчас 11 возьмет, 150 опыта осталось. И не со всеми да будет. У него и так, да, не знаю, там Hero Damage, если посмотреть, должны быть большие цифры. Вот на 11-м, как он попадает, как они подставляются еще под стяжку от мага. Вообще можно завязывать глаза и идти во вторую игру. Я не знаю, MVP нужно предпринять какую-то отчаянную попытку перехватить инициативу на карте. У них есть отличная возможность убить Рошана. Но понятное дело, что без пиков Вега Сквадрон не дадут это сделать. Нужно какой-то смоук реализовать, убить хотя бы одного героя, там, Оперейшена, или Бейна, или Квапу это было бы вообще... Квапа много денег, опять за Квапу там все получат по 1000, там, я не знаю, я, конечно, утрирую, но... Не, ну тут перевес в 7,5 по голде вполне могут и... Где-то 1003 за одного героя они вполне сорвут, там, сорвать. Со всеми ассистами, реально где-то 1003 героя, который заберет стрики, и ассисты там тоже будут очень такие крупные. Вот, ну, я уже не говорю про Квапу, хотя бы Operation, хотя бы, чтобы можно было, опять-таки, зайти на Рошана, не получить Ice Blast и быстренько через дезолятор, а дезолятора даже нет у MP, он купил себе первый Metril Hammer и понял, что ему тут тяжело выживать, поэтому покупает БКБ себе первым артефактом. Сейчас вот уже будет БКБ у него, готов БКБ у SF, а на Next Fight будет два БКБ у MVP, поэтому надо еще и Вей теперь поаккуратнее играть. Потому что их скиллы, конечно, хороши, даже Квапа вообще насквозь простреливает, но, допустим, Дизейбл лишний ход, Верскинга не будет, от аппарата не так больно будет. Да, если хорошо позицию займут MVP, они могут действительно драку-то выиграть. Юзается Вив, Флетчер добирает свой... Так, где Флетчер-то? Он добирает свой Блэк Кинг Бар, портится на мид, и, похоже, все-таки будет попытка задефать вышку. Правда, Вив сейчас должен закончиться, вот-вот уже должен закончиться. Неплохо было бы драку начать прямо сейчас, когда там под минус там 15 армора уже натикало, сколько там, какой-то Вив удастся, первого левела. Ну, поменьше, конечно. А все равно 18 армора он минус делает. Да. Вот если в такой ситуации попытаться как-то посражаться с Вегой, что-то может получиться толковое. А Вега Сквадрон на самом деле некуда торопиться. Они делают вот гривзы на Дарксире. Сейчас на Кмину Хейн появится БКБшка, чтобы не бояться вообще. Вот когда у Нуна появится Блэкинг Бар, я просто не представляю, каким образом его можно будет убить. Одного в лесу поймать через Баратрума, через Незер Страйк, там какую-то там медальку забрать, его может получиться. А вот конкретно в тимфайте 5 на 5 в открытом поле, что с ним делать, вообще не ясно. А нужно ли ему здесь БКБ? Может быть, просто сразу хекс сделать? Сразу хекс, думаешь? Да, или какой-нибудь, там, может быть, там даже Шиву? Те же герои, вот у них ESF, Бойник, они типа сильные, вот у них БКБ есть. А Квапас Блинка дает хекс, и нету БКБ. Ну, 4200 золота у Нуна, он вправе поступить так, как считает нужным, то есть просто у него... если бы у него было желание купить БКБ, он бы его уже купил. Да, скорее всего... Поэтому думаю, что он что-то другое, может быть, какой-то линкуд будет делать, но вот такого большого. Вот смолки вышли MVP на Рошана, и тут же начинается просто какая-то катавасия. Заюлили MP, MP прожимает Black King Bar, Сёма, очень быстро погибает. А слушай, неужели здесь Вега проиграет драку? Соло очень много дэмэджа получил, летят огненные стрелы в Соло, Соло еле-еле живой уходит. Стяжечка за стеночкой, какие красивые от мага. Взрывается Shadow Fiend, уносит с собой в таверну. Кстати говоря, он... 1134 голды он уносит, да. Да. Но тем не менее, драка продолжается, Брейскинг еще живой. Где вообще Брейскинг у нас? Брейскингу то как раз таки совсем не больно было. Тут проблема была у Квапы в основном. Брейскингу она... сейчас не хватает мобильности, мне кажется. Даггер вот нужен. У нее деньги есть, сейчас топорик продает, покупает даггер и все, можно. Вот примерно такая драка команде MVP нужна была, но у них погиб Shadow Fiend, и в итоге они, скажем так, разменялись поровну. Убили три героя погибло у MVP, три героя погибло у Вега. Правда, тут два саппорта и соло мид, а там хардлейнер, саппорт и соло мид. И Рошана забрать не получилось. Хотя денег они получили действительно много. По крайней мере, один ESF. То есть, опять же, то есть там сколько-то денег получил аппарат, сколько-то денег получил в Рейскинг. Это все, конечно, здорово. Но они и стыки-то не срывали, и в целом поделили поровну. А тут все ушло в копилку ESF. И вот он из драки вышел, у него 3800. Да, он тут может, наверное, даже какой-то баттерплей начинать, или он скади захочет. Не знаю, что ему тут приятнее будет. Вот, кстати говоря, в этой драке, если бы у Нуна был бы Black King Bar, он бы реально бы пережил все это дело. Или Линка.
Ну, линка просто плотности бы ему побольше дала, я даже не знаю, чтобы... То есть чардж братрума или ульту братрума скидывать? Ну, вот тебе да, это... да, да, есть такое так-то дело. Так-то таргетных скиллов совсем немного, и ты вот именно имеешь антибратрума. Но вот он купил себе шиву. Тоже неплохой вариант. Более того, таргетовых там скиллов, ну, разве что Poison Touch у дуба, который он там юзает, наверное. И ул еще теперь. То есть, опять же, кстати, неплохой вариант заэвэйдить Джекирос, чтобы не приземляться в дизейбл сразу. Ну да, да. Ну, все равно, мне кажется, что Блэкинг Марк в такой ситуации, он более функционален, но вот, ну, он решил купить Шиву. Что ж. То есть, опять же, проблема... Дополнительный армор. Основная проблема в том, что ты приземляешься сразу в лёд, и не можешь ничего сделать, поэтому, ну, будет у тебя БКБ, это все еще есть, тебя подняли вилл, не можешь его нажать. Поэтому надо что-то вот придумать другое, вот он придумал просто много армора. Звучит не так и плохо. И, кстати, вот в рейтингу дали иллюзии, то есть два доп радика, до драки. Тебе будет тяжело подходить. Да, они знают, да, они видят, да, Дазл кинул минус армор, но вот... Я смотрю на Пашу, которого медленно бьют, который регенится быстрее. Похоже, будут врываться. Так, Пашу прыгает в поре, получает, кажется, баш отрошена. Щемит по соперника, кастуется Шива Нуном, Ко прожимает БКБ, не спешит пока что ультить, здесь подходит МП. Ой, какой же классный фицгрип от Сёмы, Ко здесь просто ничего не сможет сделать. Ну полезли, полезли в драку MVP, видно, что они тут зря дерутся, байбекает сейчас Боратрум, но Shadow Fiend байбекаться не спешит. Тем временем разбирается с Джекиросом, Клинт что-то мимо пробегал там, что-то посмотрел. Ну и решил, что он там драться не хочет, говорит, не, ребят, вы тут умираете без меня как-то. Мало дэмэджа у Клинза, он ничего не может сделать. То есть было бы у него сейчас дезолятор, мы криты, чит, хекс. Ну, дезолятор или криты хотя бы. Что-нибудь из этого списка, да, он бы мог прийти, кого-нибудь попытаться аппарат убить. Может быть, диффуза купил какие-то таремы тому, чтобы гост снимать. То есть можно было придумать какую-нибудь фигню, с которой он бы справился. Но у него этого ничего нету, поэтому он дракой не лезет, правильно делает. Шедуфин, кстати, весь свой капитал просто разбазарил. Ну, как разбазарил? Ладно, он его не разбазарил, он себе купил доминатор и блинкдагер. Блинкдагер, в общем-то, в такой игре, наверное, будет более-менее полезным артефактом, потому что мы видим, что его просто кайтят. Вот конкретно сейчас... Есть у него радик, есть у БК. Какая разница? Ну, блинк и блинк. Если БК подошел, то все, ты уже никуда не уходишь. Не самый полезный там, как по мне. Можно было пойти именно в усиление своих домогерских обилок. Ну, Вега просто уже наглеют. Они прыгают прям по Т4, им бояться нечего. У них есть Юл, они опять-таки зацепили Боратрума. Даблкилл для мага. И падает уже Т3. Как на это отвечать, когда у тебя два героя в таверне, не совсем понятно. Плюс у соперника есть Аегис. Паша покупает Гиперстоун. Может быть, это... Муншарт, скорее всего, или Муншарт, Муншарт, это Керас, на самом деле, понятно. Опять же, Минс Армор отдазла, Минс Армор ТСФ, надо как-то это дело эвейдить. Да, любят, конечно, Муншарда покупать вот так вот прям сразу, они реально так легко покупаются, несмотря на то, что вроде бы 4 тысячи стоят, но для Врейскинга это действительно артефакт, ну, то есть тебе рецепт не надо, слоты особо не надо. Купил первый Гиперстон, второй купил, айтем готов. А то там Керасу таскаешь, и ее, в общем-то, сложнее собрать. Понятное дело, что она и стоит дороже, ну и вообще вот по принципу, по тому, по которому она собирается, ее тяжелее делать, нежели чем Муншард. Ну, наверное, это будет Керас. Она все-таки более функциональна, более полезна. Учитывая, что вы идете заканчивать эту игру, скорее всего. Паша может позволить себе прям напрыгнуть на какого-нибудь Дазла сейчас, и вот он держит хорошую позицию, старается... Кидает стан Ко. Неплохой аспас, кстати говоря, от Рейзена, но это вряд ли что-то изменит. Правда, Паша теряет реинкарнацию. Соник Вейв попадает по твоим корд-персонажам. Ко дает хороший реквием, но у Нуна здесь есть Аегис. Пошел чардж в соло. Соло. Получил еще и аспас. Боже, соло тут, по-моему, просто решили не давать ультануть. Он сейчас уже ультанул. Да, Форев получил финсгрип. Форев юзает Незерстрайк. Предсмертный, но не успевает его даже прожать. И Блэкингвари просто не знает, кого ему бить. Он отправляет в таверну в Рейскинга, но тут 4 персонажа у Вега Сквадрона, и один МП без Блэкингвари ничего сделать не сможет. Заюзали детекшн, бегут за МП, подъюлили Дазла. Дазла тоже надо убивать здесь, потому что, ну, он просто-напросто никуда не уходит. Байбек от Плечера. Ну, и здесь уже мы понимаем то, что MVP вряд ли уже что-то выиграет. При всем, конечно, уважении. Да, такой завершающий фраг от Нуна. 41-16. Хоть игра длилась 32 минуты, Вега Сквадрон, в общем-то, навязали свою игру прям с нулевой минуты, и было видно то, что они заставляют соперника плясать под свою дудку. Я все еще не понял ТХД вот в начале, честно говоря. Тот же Братрум раньше начал бегать, раньше бы получил свои деньги итемы, и вышку бы не потеряли. Ну, короче... Вообще, кстати, сам пик Братрума тоже как-то забавно так смотрелся.